На текущей неделе работали постоянные комиссии городского собрания силами. На повестках дня стояли различные вопросы. От общих для рассмотрения на городском собрании до профильных по комиссиям. На заседании социальной комиссии обсуждалась и утверждалась социальная программа на 2017 год. Общая сумма, которая будет направлена городом на реализацию этой программы, 196 067 евро. Хотелось бы обратить внимание жителей города на следующие моменты. В социальной программе города предусмотрены выплаты нуждающимся гражданам города, в том числе и выплаты на компенсацию питания и содержания детей в детских садах. Очень прошу вас, уважаемые родители, пользуясь случаем, у кого дети в детском саду и у кого есть временные трудности с оплатой за питание и пребывание в детском саду, обращайтесь в социальный отдел нашего города. Деньги для помощи детям, дошкольникам в программе предусмотрены. Также предусмотрены деньги на подарки новогодние. Также не обойдет вниманием социальная программа тех детей, которые идут в первый класс в школу, и детей, которые 1 сентября идут и не только в первый класс, и в другие классы школы. Предусмотрены деньги для поощрения медалистам, предусмотрены деньги на выплату почетным гражданам города. Также есть у нас категория граждан, которые нуждаются в размещении в специальное учреждение по уходу. Для этого город тоже запланировал достаточные деньги, в том числе и для тех граждан, которые имеют проблемы с психикой. Специальные учреждения в Эстонии для таких категорий граждан есть, и город способствует своей социальной программой решению материальной стороны вопроса размещения этих граждан в учреждениях. Много в этом году будет юбиляров, что очень радостно, и на чествование юбиляров тоже заложены деньги в городской социальной программе. Также традиционно выплаты пенсионерам к юбилею запланированы. И еще одна категория, на которую я хочу обратить внимание, уважаемые телезрители, это бесплатная юридическая помощь. Эти вопросы не раз обсуждались и в совместно социальной комиссии правовой, и деньги в размере 1935 евро на эти нужды городом выделены. Второй вопрос, который рассматривали, это вопрос заявления и ходатайства. Особенно хочу обратить внимание на то, что обществу милосердия выделено 500 евро на плавание в нашем городском бассейне. Если у вас есть желание, и вы относитесь к категории граждан, которые зарегистрированы в нашем милосердии, обращайтесь к господину Дежину, деньги городом выделены. Сегодня на повестке дня был основной вопрос, это дотация спортивных клубов. У нас в городе насчитывается 9 спортивных клубов, включает в себе 12 видов спорта, потому что одни из клубов имеют по 3 вида спорта. Значит, если говорить о дотации в целом, то она не изменилась. И не уменьшилось. Если в том году была выделена сумма где-то 157 тысяч евро, то в этом году она осталась. Дальше. Осталась сумма на проведение спортивных мероприятий в городе. Как бы она не изменилась. То, что у нас проводят клубы, ну, конечно, этой суммы не так уж достаточно, но клубы все проводят мероприятия какие-то, кроме того, что они и участвуют в соревнованиях. Дальше. Но изменилось количество детей по клубам, дотируемых. Раньше у нас каждый клуб, допустим, город заказ сделал, у нас 525 детей. Сейчас каждый клуб может набрать определенное количество детей, даже больше взять, но дотируются дети только если они посещаемость детей высокая по клубам,
один из принципов. Дальше, категорийность тренеров высокая, допустим, минимум шестая и пятая категория. Проведение спортивных мероприятий клубом, если он проводит на определенном уровне. И выступление детей во всех классах, С, Б, А, юниоры и взрослые. Это дает определенный коэффициент, а каждый коэффициент увеличивает дотируемость клубов. Значит, отсюда и общая сумма на клуб вытекает. Евгений Семенович, большое количество времени было отведено и празднованию юбилея города. Какие же мероприятия планируются проведение? Об этом, в частности, тоже говорили. Значит, тоже выделена определенная сумма, но этой суммы, я думаю, что недостаточно, если мы хотим, в зависимости, какое мероприятие провести. С общим количеством, так сказать, детей выступающих или там взрослых, чтобы привлечь самое большое количество и взрослого населения, чтобы было интересно и смотрели. Значит, сейчас разговор идется. Вот, в частности, я могу сказать про свой клуб, что на уровне Союза легкой атлетики был разговор, чтобы провести такое раньше было мероприятие, как гала-прыжки у нас с привлечением Ани Лищенко. Вот и как бы хотим сделать закрытие этого сезона, потому что она в этом году закончилась. Но это будет известно в марте месяце. Приезжают к нам в город представители Союза легкой атлетики, и они уже скажут свое окончательное резюме. Сегодня у нас состоялась комиссия по образованию и культуре, и первым вопросом мы обсуждали вопрос оптимизации школьной сети. Этот вопрос мы уже обсуждаем на нескольких комиссиях. Мы обсуждали отчет рабочей группы городского управления, который был подготовлен, и несколько слов вообще, почему эта тема имеет сегодня такое звучание. Во-первых, уменьшение количества учащихся. Предполагается, что в ближайшие 10 лет количество учащихся в основных школах снизится на 25-30%. Вторая причина – это состояние школьных зданий. Ван-Алина 50 лет капитально не ремонтировалась, Каннука 27 лет капитально не ремонтировалась. И третья причина – это состояние внутри учебных зданий, учебной среды. То есть учебная среда сегодня имеет несовременный вид. Не тот вид, который хотят видеть современные ученики. Поэтому сегодня возникла возможность у городского управления ходатайствовать перед фондами о получении денежных средств для реконструкции двух школ. Для этого составлена программа действий. Эта программа действий будет в период с 2017 по 2020 год. То есть будут проведены все подготовительные работы и осуществлена реконструкция двух школ. Сначала Ван-Алина, а потом Каннука. Вторым вопросом на сегодняшней комиссии мы обсудили информацию о подготовке к юбилею города, 60-летию. Хочется сказать, что все идет по плану. Средства для празднования юбилея в бюджете города имеются. Сегодня городское управление и оргкомитет работает со спонсорами, связывается с гостями, и данная работа идет своим чередом. Четырнадцатого февраля исполнилось 73 года со дня высадки в районе Удрия тактического десантно-морской пехоты. Всего в состав десанта входило около 440 человек. Из них, по официальным данным, погибло 418, взято в плен 8. Остальные пропали без вести. Александр Никифорович, вот у вас свежо в памяти то, что вы услышали от непосредственных участников Меркиловского десанта. Где вы узнали эту информацию? Где вы так точно и четко вот узнали о том, что здесь происходило 14 февраля 1944 года? Ну, приезжал участник сюда, к нам в Силамяе, этой операции. И он выступал в Дом культуры и рассказывал, как это все происходило. И как же все это происходило? Ну, они подходили на кораблях по Нарвскому заливу.
и вот как раз в район Меликуйла, потому что этот самый узкий плацдарм между Наровой, Черной речкой и вот этим Нарвским заливом. Подходили они на кораблях и начали высаживаться. Но когда еще только подходили, то уже их обстреляли с береговых батарей, ну, со всякого вида оружия, короче говоря, их обстреливали. По видео, все вероятности, ждали уже. Они знали, что этот десант подойдет. И нас, говорит, обстреливали. Поэтому, чтобы не потопили корабли, командование кораблей быстро нас высадило, приказало высаживаться, и мы высаживались на лед кто как. Погибшие уже сразу были. И корабли развернулись, ушли, а мы, в общем, говорит, потом пошли в сторону вот берега. Ну, интересно то, о чем мы говорили еще будучи на кладбище, когда мы были на кладбище, помните, у могилы, да, останков, о том, что как командир себя вел? Командовал этой операцией майор Маслов. Вот. И нам, чтобы передвигаться, вся беда, он еще сказал, была в том, что были очень большие торосы. Лед был неровный, были большие торосы. Но это было предвидено, и нам, говорит, были выданы штурмовые лесенки. Легкие одюралевые штурмовые лесенки, мы подставляли к этим торосам, перелазили и так передвигались. Торосы, с одной стороны, это было и плохо, с другой стороны, говорит, было и хорошо, в том смысле, что мы могли укрываться за ними, передвигаться и укрываться за ними. Ну и все же, говорит, мы достигли берега, от логова берега, мы, говорит, достигли. Нас в группе оказалось 20 человек. И с нами вот этот Маслов, майор Маслов. Но он был тяжело ранен. И мы его, в общем, уложили на палатку, и на палатке его несли. Но когда мы поднялись уже, говорит, наверх, то майор Маслов умер. И мы, 20 человек, остались, и, конечно, там было, говорит, такое насыщение немецких войск, что какая-то была возможность нам продвинуться в сторону Наровы, не знаю, говорит, это было невозможно. И в конечном счете нас осталось, ну, мы попадали все равно под засады немецкие, у нас осталось 4 человека потом. Но он выжил или попал в плен? Да. Он, по всей вероятности, конечно, выжил. Он говорит, как попали они в плен, это самое, что за нас, когда осталось, говорит, 4 человека с группы 20, мы забежали, там были хутора, хоть редко, но, говорит, были хутора, и мы на одном хуторе забежали в сарай. Хозяин заметил это. Не дал виду, и мы, говорит, когда в сарай забежали, дальнейшее, как поведет себя хозяин, мы не знали. Он, говорит, тогда сообщил немецким войскам, они, в общем, нагрянули и арестовали нас. Нельзя представить культурную жизнь в городе без молодежного центра «Улей» с его кружками и художественными коллективами. Десятки концертов как в городе, так и за его пределами. Участие в различных республиканских и международных проектах. Силамянский молодежный центр по интересам «Улей» ежегодно организует и участвует в большом количестве различных мероприятий. Не стал исключением и предыдущий 2016 год. Его статистика показала, что одних только выставок в помещениях «Улья» было организовано 25, а концертов, фестивалей, праздничных мероприятий с участием наших творческих коллективов более 70. Это только внутри города –
и страны, а еще были различные молодежные проекты, обмены, поездки в Болгарию, Словению, Россию. Было множество походов и мастер-классов. Нынешний 2017 год обещает быть еще более насыщенным. Ведь он юбилейный как для города, так и для нашего Улья. 13 октября Улью исполняется 65 лет. Но о том, какие мы мероприятия будем проводить к этой дате, у меня будет, я надеюсь, возможность рассказать чуть позже. А пока поделюсь ближайшими планами. В марте месяце мы организуем два музыкальных конкурса. Один городской, традиционный вокальный конкурс «Силамя и Лаулу Карусель», а второй также традиционный, но международный – фестиваль-конкурс барабанщиков «Труммания». Регистрация на оба конкурса уже началась, она проводится на нашем сайте ulei.ee. Там же можно познакомиться с положением о конкурсах и получить дополнительную информацию. Если ее окажется недостаточно, то смело звоните в Улей, интересуйтесь, регистрируйтесь и участвуйте. Ну а дальше апрель-май – это традиционное время отчетных концертов. Все наши коллективы покажут свои лучшие новые номера, продемонстрировав то, чему они научились в течение учебного года. Концерты пройдут как в нашем зале, так и самые крупные на сцене Силамяйского культурного центра. Ну и 1 июня уже сейчас мы думаем, как провести большой, красивый, праздничный день для наших детей. Мероприятие к Дню защиты детей традиционно 1 июня. Ну а там уже не за горами и День города. Мероприятий к 60-летию Силамяя планируется достаточно много, и коллектив Улья примет участие во всех, где понадобится наша помощь. Есть в Улье прекрасно оснащенная различными станками мастерская, где мальчишки осваивают азы работы с различными материалами. А недавно мастерская получила станок с программным управлением. К примеру, вот эта модель Эйфелевой башни сделана на этом чудо-станке. Павел, мы находимся в классе, в котором я занимался в 1972 году. Он был оснащен двумя станками, тесочки, ну и как бы все. Сейчас мы находимся в классе, который оснащен самым современным, так скажем, непрофессиональным оборудованием. Скажи, есть интерес у детей заниматься вот в этом кружке? Кружке «Умелые руки». Интерес есть, но хотелось бы больше. У многих ребят есть навыки кое-какие, а некоторых навыков не хватает. Даже самого простого – держать ножницы в руках. Некоторые до 4 класса это делать не научились. Первоклассники, вроде только с садика, этим делают гораздо лучше. Скажи, кого ты ждешь? С какого возраста? И когда занимается твой, когда ты занимаешься с детьми здесь? Ну, возраст, в принципе, можно с первого класса. Сюда ходит группа продленного дня, у меня занимается. Они делают модели из картона, ну, плотной бумаги. И довольно хорошо у них получается. А так ждем детей, грубо говоря, 5, 6, 7 класс, 9. Тогда с ними можно заниматься по дереву. Вот. 9 класс, так скажем, это уже подростки. А теперь поподробнее о том станке, который недавно пришел. Станок с программным управлением. Ну, станок, да, с программным управлением. И вот как раз самая большая в нем проблема, что надо научиться управляться именно программным управлением. Девятиклассники, думаю, справятся с этим, нет? Да, справятся, потому что это работа на компьютере. И это, если они освоят его, так скажем, это перспектива на дальнейшую будущую работу. Потому что в таллинских училищах учат работать на таких же станках, только профессиональных, больших, производственных. Ну, это, я скажу, уникальное оборудование. Вот сейчас ты делаешь что? Это будут подарочные сувениры хувианортыки с кусулей. Скажи, какой материал, кроме дерева, может использоваться в производстве вот этим станком? Ну, на нем можно делать гравировку по мягким металлам, бронза, медь, алюминий. Ну, и, соответственно, из него кое-какие детали можно делать. Гравировочку? Да, гравировочку. При соответствующих фрезах,
По мощности хватает, может. Пять инструментов. Да, да. Павел, ну давай призывай детей, подростков к участию в кружке. Если желаете научиться управляться с таким станком, приходите. Если не хотите им управляться, научим делать другие модели. Корабли, самолеты, вертолеты, машины. В какие дни и во сколько вы работаете? По крайней мере, относительно станка, это вторник, среда, с 3 часов до, соответственно, до 5. По четвергам, это для более, так скажем, младших классов, это с 4 до без 26. У моего поколения в детстве и молодости не было проблем с заготовкой дров и разведением костра, постройкой шалаша или так называемого штаба. Сейчас некоторые ребята не знают, к какой стороны подойти к топору. Михаил. Молодежный клуб «Новое поколение» продолжает свою работу в новом году. 21 января вы уже были в походе. Где? Мы прошлись до территории, которая называется Удрия. Это преодолели около 6 километров в каждую сторону. Там мы провели замечательные 4 часа, научившись управляться с различными инструментами, научились разводить костер в зимних условиях, находить сухие дрова, они там есть в лесу. И замечательно приготовили даже суп и чай походный на костре. Ну и кто хотел... Крайне интересно! Конечно, конечно. Самое вот это вот самое впечатлительное, что можно даже вот полноценно попитаться там. Покушали. Да. Ну и что впереди у нас ждет? Этот поход, он проходил в рамках большого проекта, который сейчас мы проводим. Этот проект поддержан фондами ЕНТК и социальным министерством, также с Министерством культуры. Проект рассчитан на 2 года. В течение этих 2 лет мы проведем около 50 походов в самой различной сложности. Начинаем с самых простых, чтобы люди потихоньку втянулись, ну и погодные условия пока что не позволяют делать более сложные. В дальнейшем будем делать походы на несколько дней с ночевками, со строительством землянок, укрытий, шалашей, укрытий, вплоть до, даже до зимовья. Да. Послушай, а те, которые посещают клуб, для них это знакомо, а те, которые не знают о клубе, давай приглашай. Конечно, дорогие друзья, обязательно приходите к нам в клуб «Новое поколение». Здесь мы находимся в здании Улья, в 24-м кабинете. Вы можете найти нас в соцсетях. Афиши, ребята, афиши в ваших школах перед каждым походом за неделю, за две всегда висят, поэтому смотрите на стенды. Там же можно найти наши контакты, наши адреса. И подключайтесь к нам, мы весело проводим время с пользой, на природе, для здоровья. Это очень-очень хорошо. К тому же это поможет вам в экстремальных условиях, если вдруг вы в них окажетесь. Февраля в Соломяйской гимназии состоялась премьера игрового фильма «ВХС. Видеопрокат», который придумали и сняли гимназисты. В фильме также приняли участие школьники города. Альберт, ты получил сценарий? Сценарий, да. Слушай, молодцы. Филадельф постарался на славу. Ребята, только что я посмотрел фрагменты фильма, я в шоке. Данила, к кому пришла идея? Да, мы сидели с братом в скайпе, смотрели разные видео, и тут наткнулись на эффект. Ну, как VHS-эффект, как раньше был на кассетах. Ну и мы решили снять что-то похожее. Ну, в фильме, конечно, такого нет, это была как начальная просто задумка. Сценарий переписывался много раз, ну и в итоге мы вот пришли на... то, что мы имеем сейчас. Миша, ты принимал участие в написании сценария или просто играл? Нет, я не имел непосредственно участия в написании сценария, я играл свою роль. Никита? Да, я писал некую часть сценария и также, ну, участвовал в массовке сцен. Слушайте, снято все это фотоаппаратом. Качество просто изумительное. Я до сих пор не могу успокоиться. Что за аппарат? Ну, мы снимали на фотоаппарат Lumix, не могу уточнить, конечно, сейчас. Не надо рекламы, не надо рекламы. Ну, вы снимали все это на фотоаппарат. Да. Никита,
Ты раньше имел опыт такой работы, в отличие от Данилы? Ну, я имел небольшой опыт. Изначально, когда мы только затевали вот это вот все дело, мы снимали такие веселые видео для себя, можно так сказать. И тогда уже, ну, начинал работать. Данила, сегодня премьера. А будет ли этот фильм где-то выставлен? В Ютубе? Я не знаю, на молодом, на старом? Я не знаю, где. Вы выставите где-нибудь в интернете? Да, конечно, прямо после премьеры. Давай рекламу делай. Здесь можно уже рекламу делать. Давай. Заходите на канал Open Vision Films в YouTube, подписывайтесь, и там увидите полный фильм. Да. И последующая работа также. Ну и вкратце, Миша, краткое содержание фильма. Фильм рассказывает о друзьях, которые сошлись в интересах, и из-за этого их дружба, ну, она угасла. Ну, ребятки, я желаю вам, чтобы этот фильм был не последним, и чтобы он имел успех вот среди ваших сверстников, ну и старшего поколения. Спасибо вам. Фильм уже сейчас можно посмотреть в Ютубе. Сейчас бы я выпускался тоже. Да. Жаль, что ты спутал все кассеты с фильмами. Приходу даже. Да. В Большом зале Дворца спорта «Калев» прошли спортивные игры, в которых приняли участие ребята детских садов «Рук-Килиль» и «Пясу-Песа». Перед стартами команды приветствовали друг друга песнями. С каким увлечением и радостью дети выполняли различные задания, участвовали в эстафетах.